Итак, мы приехали на Ленинградский вокзал. Скоро будет отправление поезда, номера пути еще неизвестно. Это вот вся наша поклажа. И ей не видно ни конца, ни края. Так, нормальные пацаны на себе все несут, лидлицкие везут. Еще один. Вот так вот набивается наш шмурдяк. А мы тем временем в прекраснейшей республике Карелия, Петрозаводск. Сегодня далеко от вокзала. Привлекает. Подкачаться бы надо бы. Долго что-то писем нет. В этом году мы разделяемся. Мы следуем на речку Вама и Водла, а они следуют на речку Видлица. Поэтому едем в разных автобусах. Ну и хорошо, эти рожи неделю не видеть. Ну, вот одну эти... придется. Шуму! Шума! Если без надписи, то это Петровская гавань. Не открывается даже. Вот так, раз. Потом два. Переливаем втору. В нормальную. В нормальную. Навсегда! Ни жизни, ни смерти, ни моей Создана меня, создана зачем? Никаких проблем, никакой любви. Я не знаю, что Макс, а ты это вот. Минуточка ликбеза. Давай, там записано. Не прекращай. Онежское озеро влияет на микроклимат, который складывается вокруг этого замечательного района. О бескрайнему полю моему. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его И вот на Водолозере мы начинаем наш путь. Сейчас сюда за нами приедет баркас, и отсюда мы пойдем вот туда, на Ваму Водлу, плотину. И вот на этом баркасе мы сейчас со всем этим шмурдяком и пойдем. А вот шмурдяк. А вот баркас. Ой. Вот наш баркас.
мог вот этот, но в итоге этот. Вещи, тут вещи. Шлепы так. Вот такой беспредел творится на палубе. Короче, кот туда сейчас закинут, и там уже начнем. Вот так вот высаживаемся. Вот так. Шлепетек. Вот так все на пенсии, братан, на. Шлепетек. А где стоял? Да, вода теплая, кстати. Да. По сравнению с прошлым годом, что не будет купаться можно. Вот так. Выгружаемся. Шариф ваших. Слушай, ну я в Гортекс. Кидайчанская. Так. Как ваши ощущения? А ну. Корейская вода. Так. Вот так. Ну ты присядь, что ли, там как-нибудь. Вот. Нет, слушай, где-то пошло кран. Наверное, с воротника пошло, ты жукой держишь. С воротника пошло. Ну, не до конца застегнул, наверное. А, смотри, ты не застегнул не до конца, чувак. В другую сторону, мужик. А, вот. Не, ну в целом нормально. Да? Красный такой, блядь. Я сейчас прекрасный. Красный прекрасный. Типа ночуем, да? А завтра в путь дорогу. А завтра будет полный. Прям чувствуете запах? Запах чувствуете? Александр Игоревич, видео пошло. Заснимай. Я тебе не в гору ходить. Вот такой вот стол, блядь, чесночок и все, блядь. Мускаречек заварим, блядь. Вот такая вот стояночка. Вама 22. Вот, ощущение сейчас себя. Во, пространстве, во времени. И пытались их разогнать. Да, я вас потрошил. Осиное гнездо. Итак, с нами сегодня два эксперта в области инвестиций и похудения. Добрый день. И сегодня наш разговор о том, если российские акции начнут падать, кинет ли им кто-нибудь морковку или нет. Пощады не жди. Морковку могут кинуть, но мне кажется... Это не та морковка. Профессор Защеканский опять прав. Профессор Защеканский всегда. Столик, лавочки. Ну что плохо, то что... В этом году поработал эскалатор. И здесь просто пейзажи Марса. Это глина. Поэтому мы были вынуждены ставить палатку в лесу, в чаще. Если был бы дождь,
Ну, здесь просто вставать некуда. Даже колень не вбить. Просто глина. Поэтому ребята ставили палатку вот там вот в лесу. Вон там. Вот на этом месте. А это наша банька. Мы вчера парились. Это водолозеро. А это плотина по выходу из водолозера. А вот там далее мост. Вот такая станция на плотине Вама. Мотособака. Вот такая собака бегает. Мухтар. Старый, вонючий. Но хороший пёс. Добрый, да. Мухтар, фу! Фу! Вот здесь Мухтар и живет. Я его отпустил. А то он сидел на привязи, бедняга. Вокруг Тайваня неизбежно окажутся его непосредственными участниками. Помимо Тайваня еще одна точка обострения в зоне... Сейчас прошу, дядь Федь. Хорошо? Да, да, все, уходим. Спасибо, дядь Федь. А? Принеси, пожалуйста. Сейчас прошу. Если было бы. Я говорю, сейчас прошу. Прошу. Мухтар. Да. Пойдем со мной, Мухтар. Там вон солнечные батареи под этой антенной стоят, под вышкой. Юрок лысый, я волосатый. Нормальный разговор-то.
Соответствует уровню бизнес-площадки. Какие бизнес-кейсы мы сегодня решаем, коллеги? Я сломал Андрюхе спальник. С добрыми побуждениями. Я тебя молча и вслух очень люблю. И вот вдали от нашей стоянки наша палатка в лесу. Тут Андрюха что-то сделал. Бумага лежит и камень стоит. И вот на болоте, вот в лесу прям поставились. Норм. Было хорошо. Никогда так не спал. В смысле, давно. Не мешайте снимать! Не мешайте снимать! Я рулю, Андрюха, если что. Не парься. Да. Ну хорошо, она себя в воде чувствует, да? Держимся основной струи. Аккуратно косые валы слева. Набирай скорость на них. Гребем! 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 Отлично! Что делает правильная посадка в лодке, да? Стремимся к правому берегу. Табаню. Да-да, скочит, поэтому к правому берегу. Ты за скорость, я за рулежку. Вот здесь идем. Идем. Греби. Гребем. Держимся, гребем, гребем. Гребем. Гребем! 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 Отлично! Дышим! Ну как? Круто! Вот что значит правильная осадка у лодки, да, Андрюх? На катанге бы нас уже перевернул, как мы с Морозом сидели. Ты за скорость. Вот здесь и поехали, отлично.
отлично. Это был камень, который мы должны были обойти. Андрюх, табаню правым, ты за скорость. Отлично. Сейчас будет водоворот. Бочка. Бочка, Андрюх, бочка. Гребем, гребем. Уходим вправо, уходим вправо. Гребем. Отлично! Вижу. Идем в язык. Гребем. Отлично. Бочка справа. Так, Андрей Юрьевич сказал произвести съемку. Я включил камеру, и мы снимаем вот этот камень. Камень. Вот откуда он здесь оказался? Это ледник получается, да? Ну ты посмотри, какая глыба. А мы идем в пороги, очень серьезные. Так, это мой жилет. Ты что, идиот? Андрей Юрьевич, можно выключать камеру? Да. Благодарю. Гребем. Вижу! Отходим справа! Правее, Андрюх! Здесь еще один камень! Отлично! Идем влево! Да! Вижу! Проносная, не страшно. Давай, давай, потренируемся влево. Уходить. Я контролирую, если что, буду орать.
Я развернул. Андрюх, давай потренируемся, давай вправо. Греби, вижу. Да-да-да. Я тоже хочу обойти. Отлично. Смотри, какой справа ответственный берег из Саптиска, Андрюх. Да-да-да. Какой воздух, да, Андрюх? Давай лучше справа. Потренируемся заодно. Отлично. Да, прокатимся. Бочка, да, проносная. У-ху! Огонь! Класс! Да-да-да. Да у нас тоже не хуже. Ху-ху! Входим. Не то, что твоя батарея. Да. Да, Андрюх, тут метров 5 перепад. Давай чуть левее, потому что там вон бочка варится, да-да-да. О-о-о-о! Ничего себе! Я бы покатался на такой, да. Видел, да? Видел. Ха-ха-ха!
Класс, да? Перепад 10 метров. Давай к правому берегу стремиться. А там, мама, не горюй. Бочка, греби. Я равняю, ты греби. Это серьезный порог, уходим правее. Равняем. Греби. Греби. Блин, просто в лицо залило. Ты как? Цел? Греби! Бочка свалит, греби! Андрюх, байда полная воды. Ну вот я думаю, может чуть-чуть потормозю, хотя нельзя. О! Фу. Бочка прямо. Вижу. Уходим левее. Отлично. Гребем! Лодка полная воды! Ой, вей! Вот это порожек! Лодка. Это лодка. Правее, правее, блевняк. Бочка, равняю. Просто не будет. Давай настраиваемся. Равняю. Греби. Гребем, гребем, гребем! Гребем! Лодка полная воды! Гребем! Гребем! Вперед! Андрюх, бочка варится! Гребем! Но это не бочка, это гребень, но гребем! 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 Фу! Гребем! Да.
Погнали по центру. Андрюх, либо левее, либо правее. Впереди остров. Видишь остров? Островок. Давай левее. Ни хрена себе. Бочка, гребем! Гребем! Давай. Не, а наоборот, отсюда лучше. А? Потому что видно, как всю байдарку фигарит. Да. Мою лючу. Вовремя мужчину надо подбавить, а? Да. Давай к праву. Мне это будет серьезный порог, Андрюх. А? Отвечаем к нему серьезно. Там со всем остальным так. Прямо камера. Скоро будет подон. Да? Его, да. Слышишь, как шумит? Вон там дальше. Да. Фидрейловскую, она даже вышла. Так, дешевле. Там вон плывут какие-то... Тусары? Не, орлы, а орлы. На Озоне, короче, трех стоило, а я взял за 200 штук эту фидрейловскую. Сейчас, видишь, сезон задрали цену, ворать. Я говорю, вот эти сумки по 3,5 брали. Смотрели, по 7 сань сделали, блядь. Я за 5500 брал. Вот это, не, блядь. А мы вот эти по 3,5 взяли. Короче, мы бухлоходим. Вот, течение вообще огонь. Мы прошли за час, что-то километров 7-8. Мы даже не знаем, где мы не знаем, кто мы, но мы знаем, что мы. Это ключевое. Это наша вторая стоянка. Ты зашел прям полностью туда? Там течение пиздец. Чувствую материалы для видео. Давай сюда, мою колонку. Бэклогер проснулся. Так, надо посолить, наверное. Что это такое? Бля, мы не придумали название. Это татарское блюдо. Кстати, как по-татарски хрючу был? Хрючево. Чичка? Чичкаляр. Алексей. Я. Какой напиток вы приготовили сегодня утром? Аристократический коктейль. В моих лучших традициях. 50 грамм тоника и... 1 литр 450 джина. Я попробовал и унесло. Лондонские традиции, не изменяем. Ну что, Лёв, врубил? На кнопку нажми, включение сначала, братан. Вот, что-то заговорил. О, выключаем? Конечно, выкини. Где ты будешь примерно? Александр Игоревич, я вам обещаю, команда дойдет до пункта назначения ровно поставленный срок, абсолютно по вашему правилу. По дум проходим справа, там будет несколько домов, возможно один, возможно несколько. Все это мы зафиксировали, будем стараться гребсти. Паники на судне не будет. Принял.
На тебе скорость. Вот сюда идем, да. Левее. Гребем. Ну что, куда? Ну направо или налево идем? Пошли. Идем левее камней. Или справа прокатимся. По быстротопу. I just go. To say. Чё, прыгаешь? I love you. С Богом. Ну, морковка! Морковка! Течение! Пацаны! А ну! Морковка! Вода идет! А кроме шуток, а где морковки-то, блин? Давай, кидай ему. По башке, блин. Морковка. И раз, и два. Спасли тюлень. Иногда его можно не снимать. Блять, это не настоящее видео тогда, блять. Накидайте. Постановочное видео. Вот здесь мы встали на дневочку. На дневочку держать. Стопочку. О! Ой, в смысле на обед. Да. Там была Тина. Ты нормальный человек, да? Руслан, я себе отдых здесь. Вон справа стояночка с песочным пляжем. Шикарная. Не расслабляемся. Чувствуешь, как он носит прям? А? Ну пора.
греби, 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 сейчас. Это не ночевка, господа, двигаемся Можно дальше. Можно куда-нибудь? Да, конечно. Пять порогов. То есть за. Сейчас... То есть за водные, правильно? А что с тобой может получиться? Нет, мы встаем на стоянку перед деревней, перед мостом. Нет, я понял, да, намек давно не тонется, что со старого. Не, я вообще даже не думал. А, перед мостом. Ну все, тогда мы проходим раз, два. И становимся на правом берегу перед мостом, да? Да. А мы ловим дзен. Дзен. Погоди, сейчас посмотрим. О! Сейчас. Который идет по правой стороне. Что непонятно. По правой стороне ваше весло. Идите сами как хотите. Идите сами. Чего Лехе не нравится? Кому за Лехе? А? Кто весло не хочет? Да, он, профессор такие мотивационные речи не произносил. Третий курс. Это ментор. Ментор. Шепчет. Пусть спит. Пусть спит. Бля, вы там что, печку растопили, что ли? Давай, что там, пару? Да. Андрюх, там свал. Сюда идем, все. Вот язык наш. Греби. Бочка, гребем. Бочка, будет свал. Вот здесь гребем. Греби. Греби. Вот сюда ныряем. Левее держись. Греби. Бочка.
Смотри, какая красота слева. Посмотри. Это вообще огонь. Какой камень! Да офигеть вообще! Давай! Ни хрена себе! Да. Там спокойно. Да, пару свет. Что, Андрюх? Вот на каждом саду такая сильная. Ну, пойдем с той стороны глянем. Мне пока нормально. Ну, да. Вам пока нормально, да? Да. Главное, я с другой стороны зашел как бы. У меня оттуда идет главное, чтобы пойдем. Смотри, а где идти-то, блядь? По правому краю, может? По краю пройдет. Вот прям в эту бочку вам и... Да нас свалит. Да что нас свалит? Смотри, скорость какая тебя пронесет. Может, тогда вот левее к этому камню, вот здесь вот, джинь. И вот тут вот, джинь, чтобы вот эти... Смотри, пойдем на...